концертмейстер Юлия Маргоева, Энрике Сантиохини в Ярославском музее «Музыка и время». Конкурсное произведение. Thank you.
Александр, спасибо, что вы не оставляете надежды. Наша встреча в этот раз уже ознаменовалась не только 15-м фестивалем, но и десятилетием вашего существования. И от души поздравляю вас. Еще скажу, что вчера прошел замечательный концерт в Казанском соборе Божьей Матери. Божьей Матери Казанской. И коллектив исключительно высокого творческого уровня показал вчера выступление. Когда я читал буклет, в нем написана странная фраза. Вокальный ансамбль «Калаш» не любит, когда в зале звонят телефоны. Вот такой необычный момент. Я вас поздравляю. Спасибо вам большое. И ждем вас. Вокальный ансамбль «Калаш», город Химки.